Почти 700 волонтеров Конституции работают в эти дни по всей Хакасии. Добровольцы разъясняют суть поправок в главный закон страны, которые вынесены на всенародное голосование. Оно, напомню, стартует уже в ближайший четверг. Такие точки можно увидеть в городах и районах республики. Добровольцы раздают буклеты с текстом предполагаемых изменений. При необходимости они могут ответить на вопросы, а также сориентировать, куда еще можно обратиться, если что-то осталось непонятно. При этом они обязаны работать в масках и перчатках, как того требует эпидобстановка. Что касается поправок, то всего планируется изменить 46 статей Конституции. Они касаются вопросов государственного суверенитета, территориальной целостности, защиты исторической правды, повышения благосостояния граждан и еще целого ряда вопросов. Людям хочется разобраться и понять, потому что информации много разной. И именно цель акции волонтеров Конституции, чтобы люди владели информацией достоверной. Что самое популярное, что людям вот всегда интересно? Людям всегда интересно животные, да, то есть за заботу о животных с полным текстом поправок и защита человека труда. Так как голосование осложняется пандемией, плебисцит пройдет по уникальным правилам. Они необходимы для того, чтобы максимально развести потоки избирателей. Есть разные варианты. Придомовое голосование, когда сделать выбор можно просто, спустившись во двор после работы. И надомное голосование. Члены комиссии придут к избирателю домой. Воспользоваться ими можно уже с 25 июня по 29. Есть и основной день, 1 июля, объявленный по такому случаю нерабочим. Мы спросили у жителей Абакана, собираются ли они голосовать за поправки в Конституцию. Там есть очень таких хороших поправок, например, индексация пенсий. Я думаю, что это очень даже неплохо. О защите животных. Я бы, наверное, не ходила. Мне уже, я жила, пусть молодые голосуют. Да, собираюсь, потому что как бы в таких вопросах каждый россиянин, каждый гражданин, в частности, Хакасии, должен принимать участие. От этого зависит, как бы вам сказать, много чего поменяется. Такие поправки, без которых, собственно говоря, ну не обойтись. Что по пенсионному фонду, что детям, вот, что было какая-то помощь.